Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками творческого фестиваля «Таврида Арт» в Крыму. Северяне презентовали главе региона свои инициативы, поделились предложениями по развитию молодежной политики в округе. Дмитрий Артюхов поддержал проект по развитию русского жестового языка. Его автор Ксения Тишкина из Салехарда предлагает обучать сурдокоммуникации волонтеров, общественников, активистов из молодежной среды. Глава региона поделился планами по обновлению молодежных центров в городах Ямала. Пространства ждут качественно новые решения. Но есть условия. Это, кстати, будет делаться тоже на грантовой основе. И это будет вызов теперь и для команд молодежной политики в городах, и для, конечно, главы города. Распределяться будут они по лучшей защите. То есть такой базаровый баланс между ценой и содержанием. То есть нужно попросить разумные средства и дать в ответ какое-то новое движение вперед, чтобы современные эти центры молодежи, как их называют, там, да, учреждения наши, чтобы все-таки они стали действительно притягательными для нового поколения. Также на форуме подвели итоги грантового конкурса. В этом году распределили более 40 миллионов рублей. В число победителей вошла представительница округа. Жительница Салехарда Ирина Яковлева получит 600 тысяч рублей на воплощение идеи под названием «Офис». Проведение во всех муниципальных образованиях Ямала интенсивов по основам разработки новых проектов. Всего на гранты претендовали три ямальские инициативы.